тут зависит от нашей с вами общей заинтересованности. Все мы живем на нашей территории, все здесь работаем. И я думаю, что все мы едины, в принципе, в понимании всех тех проблем и всех знаем, все точки роста и возможности нашего района. И поэтому такая всеобщая наша консолидация, стабильная политика, крепкая экономика и крепкая экономическая база позволит нам добиться улучшения, добиваться улучшения благосостояния жизни наших с вами граждан. Позвольте мне зачитать текст присяги. Я, Рябов Алексей Алексеевич, вступая в должность главы Питерского муниципального района, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, Устав Саратовской области, Законы Саратовской области, Устав Питерского муниципального района и другие правовые акты органов местного самоуправления Питерского муниципального района, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Питерского муниципального района, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Питерского муниципального района. Вопросы какие-то ко мне, я готов ответить, если есть.